вместе на льду и в жизни. Двукратные чемпионы мира, серебряные призеры Олимпиады в Ванкувере и семейная пара Пан Цин и Тун Цзянь представили в Пекине свое новое ледовое шоу. «Мы едины» — это вдохновляющая история о строгом отборе лучших из лучших, о трудностях большого спорта и воле к победе. Этим спектаклем мы хотим рассказать, как спортсмены готовятся к соревнованиям и о том, как участники команды ладят друг с другом. Мы хотим показать зрителям реальную ситуацию и в то же время продемонстрировать успехи и прогресс Китая в фигурном катании. Мы хотим внести свой вклад в проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. Ледовое шоу — это перспективное направление для продвижения нашего спорта. В нем соединяются спорт и искусство. Я надеюсь, что юные участники смогут продемонстрировать свои навыки. Впервые коллектив ставит ледовое шоу не на стадионе, а на сцене театра. Команда технических специалистов преодолела многочисленные трудности и сумела подготовить ледовый каток площадью более 300 квадратных метров всего за 48 часов. Звезды в этот вечер блистали на сцене в окружении своих учеников. Самому младшему артисту исполнилось всего 6 лет. Мы надеемся, что благодаря этому выступлению мы сможем привлечь больше молодежи в фигурное катание. Младший ребенок из выступающих сегодня научился стоять на коньках всего год назад. Но мы все равно пригласили его принять участие в представлении. Пусть у других детей будет больше уверенности в том, что они тоже могут играть на сцене. Спектакль стал частью программы фестиваля искусств «Встреча в Пекине», а его название отражает девиз зимней Олимпиады «Вместе ради общего будущего». Екатерина Баглаева, CGTN.